Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет интересный, опять же, рынок с распродажами, скидками на русском сервере его нет. На китайке я его уже показывал, там тоже интересные плюшки были. Ну а сегодня у нас на английском, в принципе, офигенный и рынок, и офигенные скидки. Сейчас покажу почему. Рынок, ну как обычно, здесь топовый, все дешевеет, намного дешевле становится. Восьмые эмблемы полным ходом продают на трату. В принципе, плюшки относительно, конечно, и дорого, ну и если сравнить с русским, намного круче. Паки разные, самое интересное я уже, в принципе, забрал. Почему интересное, сейчас покажу. Ну, сумки я их не крыла 30 штук, там, книжки, это все такое. Самое основное забрал вот золотые такие монетки, сейчас покажу, как мы их будем тратить. Ну, видите, у меня кулаки уже в перелимит ушли, надо будет покупать опять коробки. Сколько нам там купим? Так, потому что перелимит идет. Мне, в принципе, качать сейчас особо уже некого здесь. Так. Забрали мы это. Поехали, начнем скидок. Потом паролем еще героя. Вот такие вот у нас сегодня скидки. И они отличаются от китайских тем, что здесь добавили руны. И офигенные эмблемы. Как видите, у меня здесь есть уже скидка 50, я наролил ее. И также есть восьмая эмблемка огненной защиты. Вот это самое интересное, потому что огненку почему-то не очень сильно продают. Но я думаю, конечно, будут продавать. Но посмотрите по сравнению даже с китайским, насколько здесь за 15 коробок, за 2500 самоцветов. Это реально, блин, ну копейки. Коробки, я не помню, на китайке, по-моему, намного дешевле были. Мне-то, конечно, они не нужны, у меня их и так перелимит. Талантики продают. Вот самое основное, вот это я забираю. И плюс забираю сразу же кристаллы. Также продают выживание. То есть все, что хочешь, все есть. Так, давайте добавим сюда 50 попыток наших. Вот, по сути, вот в эту акцию есть смысл сливать теперь. Вот эти монетки. Так, смотрим. 10 за 1000. Ну, в принципе, выгодно. Потому что если и без донат заберет за 1000, он сможет с этого получить 3000 за смену. Это, опять же, это 100%. Посмотрите, я сейчас так вот. Кулаки тоже, как видите, 10%. Вот восьмая эмблемка бога войны. На китайке она была намного дороже. Вот 60% у меня скидка. Забираю, ну это я даже брать не буду, у меня и так их дофига. Поехали дальше. Вот смотрю, в основном, а видите, здесь шанс сменить, две монетки стоят, то есть намного дороже. Так, забираем вот это. Коробки, не знаю, они никому не нужны. Поехали дальше ловить. Так, опять выживание. Посмотрите, сколько коробок дают. Книги. Вот восьмой этот можно забрать, в принципе. Так, 20%. 90%. Офигеть, ну конечно забираем за одну монету. Но я потратил, конечно, на смену. Можно, в принципе, даже вот это забрать за 100. Это жесть. Седьмая. Коробки, 15 коробок за... Это жесть. Английский сервер, конечно, не перестает удивлять. Так, бог войны, ну тут смысла даже скидки нету брать, тут проще делать вот так и забирать. Вот смотрите, как офигенно дают кристаллы. Вот опять восьмая надо было, в принципе, за 8 забираем. Хоть наролю себе этих огненки, можно будет потестировать вместе с ракушкой. Так, за 12 дорого, за 7, в принципе, забираем. То есть, дополнительно очень-очень неплохо. Так, тут у нас... Блин, повезет, не повезет. 10. Нет, уже вряд ли повезет.
Так, разброс. Так, забираем вот это. Можно даже чисто вот так забирать камешки. Так, и зеленые. Смотрим, что мы там собрали. Ну, как видите, здесь смены стоят немножко дороже, но зато вы можете забрать нормальные эмблемки. То есть есть разброс и есть огненная защита. В принципе. И причем сразу же 8 уровня. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали по ролям героев. И там еще плюшечки пооткрываем. Там ништячков накопилось у нас. Так, что у нас тут сегодня? Рогатка, бугимен. Вот можно командору выбить. Вот видите, здесь огника всего 2 осколка дают, на китайке по 10 дают. Зажали немножко, поехали. Бугимен 30 осколков, стрелок 40. Финка 40, Асура. Еще раз стрелок, еще раз стрелок. Рея, Рея, Биги, Афина. Ну, будет имба какая-то, Анубис. Хотя они все имба герои. Стрелок. Ну, стрелка собрали. И еще целого в итоге Бигфута получили. Вот так вот. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, побегаем по акциям. Посмотрим, что у нас сегодня еще интересного есть. Так. Скидки, конечно, сумасшедшие. Не знаю, почему на русском не добавляют. Хотя там и монеток хрен достанешь. Надо копить, кстати, монетки. Так, это календарь. Так, это неинтересно. Пак 91. Пошли императорскую кузницу посмотрим. Чем они сегодня удивляют? Вот что-что, а они реально ленивые. Вот видите, ничего не меняют. Это то же самое все время продается. Им пофиг на это. Так, покер-матчер, поехали. Тут у нас должно быть немножко. Я качал. Гарнизон, да, есть. Давайте возьмем раздачу. Еще одну. Так, валет, валет. Сразу же так. Убрали, отлично. Еще одну раздачу. 2, 8, 6, 4. Ну, вряд ли тут пику условия. Давайте ради интереса. Ну, я уже не один раз пробовал. По 100 попыток сливал. Нифига. Давайте раздачи просто заберем. По нули. Да, все нули. Такое себе. На китайке вроде покруче, там питомцы хоть дают. Так, выращивание. Так, понятно. Pointer Cut. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим, что тут интересного есть. Так, ну тут опять же тоже ничего не меняет. Одно и то же самое. На попытке одной тут тоже приличная. 1000 самого выиграли. Ну, это самый лучший приз, наверное. Так, наменяем тоже карт. Так, все, попыток у нас нет. Так, таланты, счастливое число и чарующие изменения. Да, 13 попыток, счастливое число. По-любому завтра какую-то плюшку вытащим отсюда. Так, давай, давай. Понятно, ничего. Так, а что за чарующие изменения дают? Хоть посмотрим. Вот такое себе. Ничего интересного. Так, этого у нас нет. Забираем плюшечки. 7 штук. Смешно, конечно. Так, отлично. Сейчас я гляну, что у меня там
посмотрителям этот уже практически скоро будет докачан. Еще немножко. Вот еще один 47. И этот, в принципе, можно будет даже с рынка докачать уже до максималки, до 48 максимального левела. Так, окей, поехали дальше. Что у нас есть по плюшкам? Это забрали, разобрали. Самики тоже, в принципе, можно открыть. И валяться на складе. Такс. Смены, кулачки. Надо будет под архидемона натарить. Побольше. Девяток. Так, ну это мы не сможем. Вряд ли мы сможем все открыть. Не дало открыть все-таки. Не знаю, надолго ли. В принципе, я сливаю кристаллы. А, тут кристаллы не дают. Это первые коробки. А, все. Больше мы не можем. Вот так вот ограничили нас. Как всегда. Так, ну вторые однозначно не даст. А что эти ограничила? А, скорее всего, за эти значки. Сейчас я гляну. Хотя нет. Сейчас посмотрим, что там у нас еще такого есть. Коробки нет. А, кулаки. Из-за кулаков. Понятно, все. Эти нам тоже не даст открыть. Надо будет посливать кристаллы. Так, это паки. Поехали дальше. Открываем эту всякую фигню ненужную, не актуальную. Так, уже 51, ну я думаю, оставим, пусть себе купится. Так, ну эти, в принципе, можно пооткрывать. Поехали. Так, Асурик, Махатма, один камешек, что ли? А, нет, три камня. Ну, как видите, очень... Один с 10, где-то с 15 даже падает один камешек. Так, отлично, поехали, посмотрим. Махатма. Максималка. Тут тоже подкачаем. А, чуть-чуть не хватило нам. Думаю, заберем девятка. Но это те, которых надо еще выловить. Еще и купидончика можно качнуть. Так, ну вроде все. Немного еще осталось. Так, скидки, конечно, обалденные. Смотрим еще, что у нас есть. Сумочки огнекрыла, я думаю, скоро мы откроем, еще, наверное, подкопим немного. Вот так вот, ребят, по чуть-чуть сила качается. Что там у меня 543 тысячи уже. Топ, думаю, в топ 20 влетим завтра на этом сервере. На китайке мы уже топ 3 будем, а может и топ 1 займем, посмотрим, как по времени будет. Сейчас еще питомцев гляну, что у меня по питомцам обычным. Может, кто-то тоже подрос. Такс. Не, никто еще не подрос. 34-й, 32-й. Тут я скилл специально не качаю, чтобы сливать сюда героев ненужных. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Ждите дальше видосов. Всем удачи, всем пока.